Для Коли. Си Христос. Помолимся. Утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю принесены со мной, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наши. Господь и Бог наш, благослови наше занятие, не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла слов твоих, изложенных в священном писании. Прибудь с нами и всей благодатный вечер. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову твоему. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вначале организаторские вопросы. На занятия приглашаю всех ведущий, то есть я. Сами в группу не звонить. Вы только можете мне написать или в группу написать. Я готов. И ждать звонка. Понятно? Какие правила у нас? Просьба соблюдать. Самим в группу не звонить. Книга Откровения, 2 глава, 27 стих. Так. Простите, 23 стих. В 22-м мы остановились. Откровение 2.23. «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Толкование. «И детей ее поражу смертью». Дети греха, дети Изавели и любодействующих с ней никогда не имеют будущего. Поражаются смертью, в них нет жизни. На плакатах их дела живут и побеждают, но не успевает родиться новая идея, новое дело их, как устаревает, проваливается, умирает. Произведенная от страшного греха жизни в себе не имеет. Не случайно и сам Антихрист, сын погибели, которого поразит смерть от уст Господних, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3-8 стихи, будет, по мнению святого Ипполита Римского, от скверной девы, от блуда. Так и буквально и образно все это сбывает. Наказывая эту пророчеству и грешивших с нею, Христос вразумляет все церкви, поместные христианские общины. Ибо всем становится явно, что он смотрит не на внешность, величие, знание, а видит самые внутренности нашей души, испытывает самое сердце и все, что в нем. Сейчас люди скрывают свое любодействие. А что ели идоложертвенное? Кто их проверит? Но перед ним скроется все. Это будет на страшном суде. Как бы отголоском этого грядущего суда является сейчас беспристрастный суд совести, столь часто тревожащий возлежащего на одре. На страшном суде воздаст Господь каждому по делам его, каковы они есть. Напрасно говорят протестанты, что спасает только вера, спасает только Христос. От нас же требуется вера, живущая делами.
иначе и вера наша труп. Иакова 2:26. Воздаяние же на суде будет каждому по делам его. И чтобы мы спешили, Господь и при жизни часто на глазах у всех поражает, в кавычках, Иезавелей и согрешающих с нею великими скорбями. Вопросы? Игнат Тихонович, есть что добавить по этому? Добавить что? Почему так вот это лицедейство, артисты, на особом счету были еще в древности? Если кандидатура на священника, то он должен после крещения себя сохранить, называется. Не запятнан был, чтобы нигде не впал в блуд женщины. Я говорю-то, слышно, нет? Или слышно хорошо, да. Вот. И брать берет которую, кандидатуру там, чтобы она была девушка, непорченная, целомудренная. Но если берет девушку, она такая, как по закону, но артистка, то все равно ее кандидатура снимается, он не может жениться. Так вот, я сегодня посмотрел, немало тут в интернете, дети артистов, звезды, какая как будто звездная болезнь, как они печально оканчивают дети. Прямо поражающее большинство, дети. И вот они где-то нечаянно погибают, или куда-то пьют, или даже у этого певцова Дмитрия там заскочил, перед девчонкой выламывается начало на балконе-то и хлопнулся вниз там с третьего этажа. И подряд там, ну, считаешь, который вот, вот что это такое? Поражу. И вот говорит, поражу детей твоих. Теперь в духовном плане смотреть вот так же, быть не тем, кем ты есть. Вот, ну, теперь она под поезд бросилась, артистка, она подписывалась Фрося Бурлакова. Когда она перевоплощалась, она не могла выйти из этого образа, артистка. И она, говорят, ну ты Фрося, она не могла, потом кое-как возвращалась и слышала голоса. И она первая роль Анны Карениной, она говорит, сделай то же самое. И они под поезд ее загнали, она под поезд бросилась. Значит, святые, вот не зная то, что мы знаем, они знали, как опасно это. Не просто так вот сказал слово, а именно вот которые вот играют так. То даже не отличишь, от, что это она не играет. И вот есть то такое же самое имитация под христианина. Я верующий, я христианин, да еще мало того ходит, причащается. Начинаешь говорить, ничего там нету. Один обман, обман страшный. Обман людей, люди-то по ношению-то, ради вас хулится имя Господне, думает христианин, а он нерожденный свыше. У него все мирское. И он и ругается там, пьет и курит, и что. А я, вот мне сегодня, вчера там выходили такие там издалека, с других даже стран бывает. Вот где-то начинаешь говорить, нет ничего. Обман, а зачем же ты обманываешь? Нет, вот я был, а потом я стал вместо Христа Сталина почитать. Сталин выше Христа. Ну, то есть бред, беснование. Вот. Быть настоящим христианином. Вот отсюда вывод такой. А не любодеяние. Любодеяние – это измена. Господь через Павла говорит, что у нас он сочетал с единым мужем Христом. Церковь – это невеста. И когда дружат с миром и называют Иакова 4:4 прелюбодея и прелюбодейца, это не просто так ты надел галстук или бреешься. Это внешнее проявление любви к миру. Там и выпивка обязательно есть, там и блуд, и разврат, все, что хочешь. Вот стих-то как будто бы понятный, а когда глубже-то возьмешь, так это против нас Господь имеет. Это пронырливая Иезавель. Она так и называется, везде она лезет. Что она? Измена. Гоняется за пророками, за каждым словом, которое пророчески жжет их. Женщины почетные возбудили мятеж против Павла. И это вот все здесь. Мы должны увидеть это. Каждый день просить, помоги, Господи, быть мне настоящим чадом Твоим, чтобы имя Твое не хулилось ради нас. Вот мы, говорит, я Библию читаю часто. Вот прочитал ты вот это, вот видишь, что я тебе говорю, а ты должен этот человек каждый взять. Я для себя это взял, как страшно. А, вот вы верующие, а что попало делаете? Ой-ой-ой, ненадежное воинство, ужасно. И вот этот стих считал сейчас там, все там, 2:22, это к нам относится. Все, отошел. Ну вот,
Бытует такое мнение, что дети не отвечают за грехи родителей. А здесь как бы вот Таня говорит, что отвечают. Как растолковать человеку? Слово отвечает что? На суде Божьем отвечает? Нет, здесь. Если родители были пьяницы, то у ребенка склонность к пьянству. Если они были музыканты какие-то, у него это проявляется как-то. Вот смотришь, у артиста маленькая девчонка, она уже танцует там, ну, а там мать балерина где-то. Она ее тянет к этому. Так, если болели венерической болезнью, ребенок может родиться именно уже зараженный этим. Отвечает, отвечает, но на спасение это не влияет. Человек, какой бы он ни был, он обращается к Богу, и это не ставится ему от таких. Но наследственно вот это часто бывает. Надежда Васильевна Лапкина, включите микрофон, пожалуйста. Откровение 2.24. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемые глубин сатанинские, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Толкование. Вам же Господь обращается не к последовавшим Иезавели, но твердо устоявшим в истинном апостольском учении и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения. И не только учения ложного избегающие, но и которые не держат всего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских. Это бездна греховных мерзостей называется глубинами сатанинских. Есть грехи малые, тоже гибельные, а есть грехи страшные, о которых и говорить открыто нельзя. Это глубины сатанинские, которые ввергают человека лукавый. Вергает и через ложных пророков. Здесь можно вспомнить и сатанинские глубины некоторых мерзких языческих культов. Ужасы войн, лагерей, тюрем, разгул разврата, публичные дома, некоторые изуверские секты, как, например, люциферианские. Это и весьма это и тьма заблуждения и неверия. Блажен, не знающий всех этих сатанинских глубин. Христианам, вынужденным жить в таких условиях, практически не могущих пресечь этих грехи, Христос говорит: «Сказываю, что не наложу на вас иного бремени, то есть иного наказания, иных тяжестей, с вас и того достаточно, что живете среди таких мерзостей и Иезавелевых, и несете такое бремя. Больше понести вы уже не сможете. Но, не возлагая на вас иного бремени, говорю вам, Откровение 2.25, только то, что имеете, держите, пока приду». Толкование. То, что имеете, это или то бремя, которое вы уже несете, мерзости и завели, или же это та дивная благодать прощения грехов, дара Духа Святого, самого Христа в сердце, данное верующим. Все, что имеете от меня, Христа, держите, пока приду. Ибо ходит сатана, как рыкающий лев, и ищет, кого поглотить. У кого похитить венец, уже христианину приготовленный. Поэтому смотрите, держите до конца, пока я приду за вами в смерти ли вашей, или уже в славном втором пришествии. Вопросы? Идем дальше. Откровение 2.26. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Толкование. Обетование побеждающих. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, то есть кто остается чистым от всех мерзостей и завелий, причем до конца, а не до полпути.
не до угрозы страдания, а до конца, до самой смерти, соблюдающий все. Иначе еще, не часть заповедей, а все должны последовательно до конца быть воплощены в жизни. Так вот, тому дам власть над язычниками. В церкви ее пастырям дал Христос власть вязать и разрешать. Матфея 16:19, 18:18 и Евангелие от Иоанна 20, глава 21-23. Что будет связано на земле, то будет связано на небе. И что разрешено на земле, то и на небе. А как же великая власть дана над демонами? Приказывает служитель и бежит демон. Помним Иоанна, святителя Новгородского, сначала запретившего бесу, а потом заставившего беса доставить его в Иерусалим на поклонение и обратно. Великая дана власть всякому христианину за победу над грехом и на попрание всяких сил лукавых. Так христиане облекаются силою и властью свыше. Это духовная власть обращается теперь на темный и безжизненный мир язычества. Догорают последние идольские капища, повсюду водружается крест. Сила и власть Христа побеждает язычников. «Сим крестом побеждай», — говорит Бог императору Константину. Вопросы? Игнат Тихонович. Вопрос тут один. Если ты веришь и веришь, что Господь тебя уже увенчивает победой, держи крепко этого. А я вот начинаешь говорить, а я вот там-то помогал таким-то. Я говорю, а что сегодня не помогаешь? Ну я тогда-то зимой-то работал. Вот это не годится. Держи, что имеешь. И чтобы дела наши не вчерашние были. Павел говорит, забывая заднее, простираясь вперед. Вот это слово, что многие бегут на ристалище, один получает награду, оно должно побуждать к тому, чтобы все деятельно было. А не так, что «а я верю». Верующий имеет жизнь вечную. Но вера-то мертвая бывает и бесовская. Бесы веруют и трепещут. И вот это говорить надо и побуждать друг друга. А какой путь? Страх Божий. Сегодня как? Только любовь. Это слова одни. Там любви не может быть. Игнатий Брянчанин прямо говорит, это обман. Если ты не испытал страха гиены огненной, что тебя путь твой туда был, то о любви ты и говорить не можешь. Страхом. Господь страхом. Еще ничего нет. В раю уже сказал, смертью умрешь. Так где любовь? Он ходит, еще не согрешил, уже страхом. А сегодня вообще, вот у сектантов у них вообще этого нету. У старообрядцев, наоборот, один страх. А любви нету. А надо это знать. Страх – это начальное. И это приводит к любви к Богу, что Он это погашает, гиенский огонь, которого мы достойны, любовью Своей, что Сына отдал за нас. Вот об этом просто говорить надо. И вот из каждого стиха тут даже выжимать не надо. Прямо надо видеть. Это ступеньки для совершенства. Вера без дел мертва. Это настолько необычно звучало, что Мартин Лютер покусился убрать послание Якова. Оно противоречит остальным местам Библии. Везде верую. Вот дело Божие. Ну, дело, мы понимаем, запятая. Чтобы вы веровали в того, кого он послал. Сама вера делом называется. И тем более делать. И 25 глава Матфея говорит об этом. Вот и все. Венец, нимб. Продолжаем. Откровение 2.27. «И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Толкование. Сила и свет христианства побеждает мрак язычества и пасет народы. Языческая Римская империя, бывшая некогда в кавычках «железную», становится в кавычках «глиняной».
Так это и видел Навуходоносор во сне. Ноги из тукана были частью из железа, а частью из глины горшечной. Книга Даниила, 2 глава, 40-43 стихи. Как глиняный сосуд рассыпается язычество пред властью Христа, явлено в его церкви. Жезл царей земных царствует над телами, но выше власти жезла архиерейского властвующего над грехом, демонами и душами. Что глина пред железом, то власть земная пред властью духовную. Христос сказал ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28:18. Как Бог, Христос всегда имел всякую власть. В свое первое пришествие, победив сатану, как Сын Человеческий, Он получает от Отца Своего всякую власть на небе и на земле. Так прославляется божественную властью человека Иисус Христос, человечество Его прославляется славою божественной. Завершив все, Он вознесся на небо и воссел одесную Бога. Марка 16:19. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты. Молитва Симеона Метафраста 3 ко святому причащению. Он получил власть от Отца и передал ее ученикам своим, говоря: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав сие, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21-23 стихи. О Христе же сказано теперь: «Престол твой век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. И сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Евреям, 1 глава, 8-13 стих. «Слуг же своих поставил Христос князьями по всей земле». Псалом 44:17. Так основал Христос царство духовное и жезлом власти духовной окружил верных чад своих, побеждающих язычество, как глиняные сосуды. И дал им власть духовную рассеять тьму языческую. Не о земной власти должно здесь думать, а о духовной. Хотя часто Господь буквально сокрушал народы любодействующих идолослужителей и повергал их на одр и великую скорбь, христианам же давал времена мирные и славные. Обетование, стихе 26-27, указывает также на страшный суд, когда прельщенные будут осуждены верующими и сокрушаться, как глиняные сосуды. 1 Коринфянам 6:2. Отец предал суд сыну, а сын передает суд святым своим. Так отец через сына, а сын через святых своих осудят и сокрушат мир грешника. Вопросы? Идем дальше. Откровение 2:28. «И дам ему звезду утреннюю». Толкование. Еще одно обетование побеждающим потирские грехи. Им обещает Господь дать звезду утреннюю. Что это? Сам Господь и объясняет: «Я есть звезда светлая и утренняя». 22 глава, 16 стих. Это Христос. Победитель примет самого Христа, звезду светлую. Вечер мировой истории сгущается мрак, тьма окутала землю, но чем ночь темнее, тем ярче звезды.
Густ мрак греха, светил свет святых, звезд церковных просиявших. Перед утром же бывает особенно темно, потом наступает заря, и мы видим утреннюю звезду, так и здесь. На склоне истории после гущи предутреннего мрака Антихристова является заря и звезда утренняя, Христос. Это его второе славное пришествие. Но и сейчас в жизни побеждающий обретает звезду утреннюю. Рассеивается мрак земли, исчезает греховная темень, расцветает и рождается в сердце утренняя звезда. Сам Господь Иисус Христос. И иное содержание имеет это обетование. Читаем книгу пророка Исаия 14:12. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы». Слова Христа. «Я видел сатану, спасшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Евангелие от Луки, 10 глава, 18-19. Так сокрушает Христос под ноги верных своих сатану и всю силу вражью. Побеждающему Христос дает власть над падшую звездою и всей ее силой. Тот, кто грехом сокрушал людей, сокрушается теперь людьми, победившими грех. Так бывает в Священном Писании, что столь разное и противоположное сравнивается с одним и тем же. Так, например, Христос, лев от колена Иудина, 5:5, Антихрист, молодой лев, который выбегает от Вассана, Второзаконие 33:22, дьявол ходит, как рыкающий лев, 1 Петра 5:8. Вопрос. Игнат Тихонович, вам слово. Я вопрос не задаю, если отвечать, а пусть задает кто вопрос. А вы сами спрашиваете, сами отвечаете. Нет, научились. Я вижу, что тут там? Мужи есть самостоятельно, пускай уж так будет. Видите, мне не нравится, вот когда встречаются сектанты, он начинает говорить о том, что я уже знаю 55 лет. Он не спрашивает, знаешь и знаешь, ему лишь бы говорить. У нас так не принято. Я должен сначала узнать, знает он это или нет. И отвечать на то, что они знают. Они говорят, говорить о том, что нас объединяет. А что объединяет? Что об этом говорить-то? И так живем поэтому. Говорить надо о том, что нас разъединяет, чтобы убрать. У них все неправильно. И поэтому, чтобы было правильно, пусть кто-то скажет что-то непонятное. А мне кажется все время, что все понятно всем, поэтому молчат. Идем дальше. Откровение 2 глава 29 стихи. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 3:1. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Толкование. Это, возможно, семь верховных ангелов, которых Христос имеет как владыка и царь ангелов. По именам нам известны тоже семь верховных ангелов. Четыре из них называет само Писание, а три открыты богомысленным отцам церкви. Первое. Михаил. По служению своему победитель и особый покровитель народа израильского. Об этом говорится в книге Даниила, 10 главе, 13-21 стих. Иуды, 9 глава, Откровение, 12 глава, 7 стих. Второй ангел, Гавриил, вестник тайн Божьих.
Также пророк Даниила 8.16, Лука 1.26. Рафаил, третий ангел, целитель недугов человеческих. Книга Тавита, 12 глава, 14-15. Четвертый, Уриил, просветитель, как отблеск огня божественного. 3 Ездра 4.1. Талафиил, молитвенник у Бога о людях и возбуждающий их к молитве. 3 Ездра 5.16. Иегудиил, славитель Божий, укрепляющий людей к славе Божией, ходатайствующий у Бога о прославлении их. 7. Варахиил, благословитель, посылающий благословение Божие. Так мы считаем о семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого. Книга Тавит 12.15. И еще мы увидим в Апокалипсисе семь ангелов, стоящих пред Богом. Или же семь духов Божьих – это семь действий животворящего духа, полнота Духа Святого, которым помазан был Христос, более соучастников своих христиан. Псалом 44.8. Ангелов Христос имеет как владыка Духа, как единосущный Ему. И семь звезд опять предстает Христос, как держащий в деснице своей пастыри церкви. Так сардийской церкви, находящейся в духовно мертвенном состоянии, является Христос как помазанник Божий. Так сардийской церкви, находящейся в духовно мертвенном состоянии, является Христос как помазанник Божий, исполненный животворящего духа. Трудная предстоит пастырю сардийской церкви работа, чтобы ожила его община, но укрепит его Христос, держащий пастырей в деснице своей, посылающий ангелов своих на служение спасаемым. Евреям 1.14. «Знаю твои дела, говорит, как и везде Господь, но дальше увидим, что не радует его эти дела сардийцев. И негодные наши дела не скрыты от Господа, как и чем бы мы их не прикрывали. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это номинальное христианство, формальное исповедание Христа, имени вечно живого Бога, называние себя христианами, рабами Божиими при отсутствии живой веры в сердце. По своему имени номинальный христианин кажется живым, фактически он же духовно мертв. Духовная мертвенность разъедает души таких христиан. Испытаемы мы себя, не таково ли наше состояние, не таковы ли мы? Вопросы. Вопрос можно? Да. Имена вот этих семи ангелов, которые были только что перечислены, откуда они? Они где-то упоминаются в Писании? Четыре из них называют само Писание, а три открыты богомысленным отцам церкви. Удовлетворены ответом? Да. Откровение 3.2. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. 2
толкования. И вот обращается Христос и говорит: бодрствуй, сардийская церковь в полусонном состоянии. Она, как Суламита, говорит приходящему к ней Христу: я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Книга Песней 5.3. Нет, сладка нега в постели, лень встать навстречу Христу. Почти не остается сил бороться с нашедшей дремотой. Слипаются веки, склоняется голова. Но вот громко говорит тебе дремлющему, недремлющий Израиля: бодрствуй, встань, спящий в грехах, пробудись от сна. Бодрствуй, о пастырь, над веренными тебе, и утверждай прочее близкое к смерти. Многие объяты страшным сном греха, а массы народа отшатнулись вовсе от веры. Но ты хоть прочее, еще не совсем умершее, но близкое к смерти, в ком еще теплится немного веры, утверди в благочестии и вере, возгрей в них любовь божественную, возврати к жизни. Как утопавшему делают искусственное дыхание, так и ты, о пастырь, склонись над бездыханными, возбуди в них дыхание жизни. Своей ревностью, данной тебе Богом, благодатью утверди в жизни близких к смерти. Люди часто говорят: а какие грехи? Да нет у меня особых грехов, никому зла не желаю. А есть даже в некоторых сектах совершенники, так они считают себя освященными и уже больше не согрешающими. Может, мы, люди, и считаем так, но Христос не считает. Он говорит: не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Христос часто, как человек, называет своего Отца Богом своим. Дела твои, может, и совершены пред твоей очерствевшей совестью, твоим окаменевшим сердцем, твоим оглохшим ухом, прельщенным ересью умом. Они, может быть, и совершены пред некоторыми людьми. Тебя, может, хвалят и даже славословят, но перед Богом все это пусто, все это гниль и мерзость. Господь не находит твои дела совершенными. Ты только имя имеешь, думаешь, что живешь, а на самом деле все дела твои мертвечина, несовершенны они пред Богом. Обращает же эти слова Христос, собственно, к пастырю. Мертвенное состояние паствы Христос находит в несовершенных делах пастыря. Велика и страшна ответственность пастырей. Вопросы? Это Сергея Козлова вопрос. Козлюка, простите. Вопрос: можно ли применить это к притче Христа о неразумных девах, ожидавших жениха? Что именно это? О чем речь? О мертвенности? Сергей Козлюк, сформулируйте свой вопрос. Нет. Микрофон включите, вас не слышно. Всех приветствую, Сергей.
Именно когда одни ожидали жениха с маслами в сосудах, а вторые нет. То есть с пустыми. Поэтому возможно ли здесь именно то, что написано о том, что они же и те ждали жениха. Одни были готовы, а другие нет. То есть состояние ту церкви, состояние находится в том, что есть оболочка, а внутренняя пустота. Вот. Понимаете, можно ли это вот притчу Христа применить к этим вот, к этой вот сардийской? К номинальности христианства, да, то есть считают себя, те считали себя живыми, но Христос говорит, на самом деле ты мертв. Ты мертв. Те девы, они тоже вроде бы ждали жениха, вот, но не оказалось у них масла, и дверь перед ними закрылась. Можно ли провести такую параллель? Да, спасибо большое. Вопрос понятен? Игнат Тихонович, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Так, что отвечать-то, когда это прям притча об этом и говорит? Тут все на месте стоит. Все можно, да? Что такое масло? Может, кто-то не знает. Удела, масло удела. Есть добрые дела, соделанные с любовью в Духе Святом. То есть, а у номинальных христиан, как у этих неразумных дел, только одни слова, а дел и нету. Только на словах. Что значит номинальные? На словах. А как на деле коснись, так все. Уши прижали в пустыне, где никого не видно и не слышно. Пришел, отстоял и домой бежать скорее. Ни на занятия не дозовешься, ни на благовестие, ни еще куда. А называют себя христианами, в церковь ходят, исповедуются, прочищаются. Но Господь-то знает, это все мертвое, мертвечина он называет. Как живого от мертвого отличить? Живой христианин в Духе Святом будет делать добрые дела с любовью к Господу. И Господь учит, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. А если нет этого ничего, одни слова и мыльный пузырь, пух, все пустое. Так что совершенно правильное замечание и параллели тут совершенно справедливо можно провести, это об этом и говорится здесь. Ну вот еще хотелось бы, вот написано, бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. И вот толкователь нам говорит, что вот близкое к смерти, это значит, что вот еще есть надежда на спасение, то есть люди еще не совсем закоснели в своих грехах. Естественно, это наводит на мысль, что есть люди, которые не близкие к смерти, а уже как бы прокляты, уже нет надежды на спасение. То есть они перешагнули эту грань, видимо, похулили Духа Святого, и нет у них покаяния в своих грехах, настолько укоснели, что совершенно не желают оставить их. Как быть с такими людьми? Нужно их утверждать? Или как вот была такая мысль вот у Игнатия Тихоновича, что вот наркоманы, например, говорят, ну что вот сектанты с этими наркоманами возятся? Там, реабилитационные центры устраивают. Не нужно этого ничего делать. Пусть они, дайте им спокойно умереть. То есть это их выбор в пользу наркотиков, как бы их увещают, но они не хотят отстать от этого греха, поэтому и бесполезно уже все. И вот такой вопрос. Имеем ли мы дерзновение решать за Бога, что ли? И вот поставить на этом человеке ярлык. Все, он уже, как говорится, безнадежен.
Или же мы осудим его, ну, как сказано, не судите, да не судимы будете, что вот, прежде времени никак, покуда не откроется, ну, как говорится, пока человек дышит, Господь стучит в его сердце, пока его сердце бьется. Как быть вот в такой ситуации? Как вот грань эту не нарушить? Здесь четко вот нам говорится, утверждая близких к смерти, то есть, которые уже не близкие к смерти, а уже в смерти, то и нечего их утверждать. Как бы такое вот, такая мысль на улице. Игнатий Тихонович, прокомментируйте, пожалуйста, потому что я что-то не понимаю. Перевести на плотской, человек умер, какая реанимация поможет? А когда он болен, и видно, даже болезнь уже прогрессирует. Есть надежда, молиться хотя бы. А этот человек, он ничего не желает, он ничего не слышит, он паразитирует, он огорчает, из дома все тащит. А не давай их кормить, он все утащил, а теперь давай их кормить бесплатно. А они куча собрались там около вокзала. Я их знаю там уже сколько, лет 20, наверное. Они новые только меняются, а те где-то погибают, умирают или что-то. И какая польза-то? Ну, они приходят, а дальше что? Куда они приходят? На дармовщинку. У меня есть ролик «Жующие сектанты». Они шалаш поставили там, ты был там на площади. И они будут петь, дальше ни шагу, никуда. А если перешагнул, то вид виден в том, что он не будет каяться. У него покаяния нету, отнято. Близкое, но не смерть. А смерти нам не дано, а только Бог может воскрешать. Встань спящий, воскресни из мертвых, освятит тебя Христос. Это делает только Бог. В духовном плане вопрос этот решать нам не дано. Мы можем прилагать усилия, мы можем молиться, но нам не дано решить. Мы не знаем. И бывает несколько слов сказанное, человека подвигает к покаянию. А он не желает слышать. Он противничает. Он покушается на жизнь твою. Но апостол Павел мог бы обратить Илиму волхва? Нет. А сколько вокруг Христа было? Мог он их обратить? Книжники пришли из Иерусалима? Нет, они подыскивались. И задача такая не стоит. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Жаждет, он не жаждет. Не надо тут и разыгрывать какую-то доброту. Он приговоренный, и отойди от него. Отойди, чтобы тебе не погибнуть. Не прикасайся, чтобы я тебя не убил, Господь говорит. Проклят человек, который удерживает меч Господень от крови. Иеремия 48:10. Бог проклинает не потому, что благословляет, а или безразлично, а именно минусовая планка, ниже некуда, до преисподней. Вон, такие люди и мать огорчают, и они по всем статьям проклятые. Отойди от них. Это просто игра. Ты свидетельствуешь, и Бог услышит. У меня вопрос, можно? Да. Тогда такой вот немножко не понимаю. А вот когда было поражение в стане израильском, и когда Бог стал поражать, Моисей что сделал? Оставил их? Сказал, ну давай, Бог, бей их там. Нет, он стал между ними. Он возопил к Богу за них. Так как это так? Объясните. Я не понял, что, о чем речь идет? Я говорю о оставленных, те, которые оставлены, выброшены, вот и не трогай их. Все, они мертвые, и пусть помирают, так говорится. Ну... Поражает их Бог, поражает. А вот Моисей, он болел за них, когда стало поражение, согрешил Израиль, согрешил народ, ослушался. Когда ангел начал уничтожать, он говорит, Господи, начал бегать и говорит, не поражай, останови. Остановилось поражение за ходатайство Моисея. Как тут вот эту грань словить, чтобы понять вот это? Не так лево-право, вот белое, черное. Какая грань-то? Вы считайте внимательно. Там прямо говорится, кто Господень ко мне? Они решили возвращаться. Кто Господень, то есть левитское колено, ко мне, за мечи. И они пошли по шатрам резать. Посмотрите фильм, даже Моисей показывает, только головой только поворачивает, кровь льется. Тысячи сразу зарезали, 3800 трупов. Никаких уговоров нету. Наступил момент, кто Господень? А не Господень, разницы ему никакой нету. Пускай дальше грешат. Вот он зашел, княжеский сын там с язычества-то это, и встал в Пинеес,
взял копье и вошел в шатер, и одним ударом обоих пронзил. Значит, они лежали друг на друге. Вот тебе гербарий. И Господь говорит, вовек этот удар тебе зачтется. Вовек благословен в потомках будешь. Вот как надо поступать с ними. Моисей. Моисей, когда Бог решил уничтожить весь народ за неверие. И он тогда и говорит об этом определенно в Священном Писании, 32 главе, говорит, если не их, то изгладь меня из книги жизни. Господь что на это ответил? Кого изгладить, изглажу. 600 тысяч вышло, а вошло только два. Вот она и грань. Два, которые сказали, враг силен, но мы победим, с нами Бог Иегова. Не надо играть в доброту, которой мы не знаем. Кто погубил первый мир? Младенцы, дети, насекомые, все погибли, все потоплены. Кто? Бог, имя ему – любовь. А кто сжег Содом, Гоморру и окрестных пять городов? Бог. Там младенцы были, все испепелены. И эта земля ушла на дно Мертвого моря. Кто? Имя Божие – любовь. Это он сделал. Вы прочитайте еще 16 глава, 5 стих. Ты оставил меня, оставил, то есть не нуждаешься Богом. Оставил меня, и Господь говорит, что? Я отверг тебя, я простру на тебя руку твою и погублю тебя. Точка, я устал миловать. Надо считать внимательно Слово Божие, не играть в доброту. Вот эта решительность сегодня как раз не хватает. Смотрите, канон составлен. Три воскресных дня к ряду человек не был в храме, отлучается от церкви. Да сегодня в церкви-то никого и не будет. Без причины. Сегодня холёстное христианство. Первое. В колясочке в детской принеси покрестить. Потом кадиллак приедет, повенчались. А потом катафалк. Все. Жизнь закончена. Позорище одно. Бог страшен. И написано в Новом Завете. Павел говорит, страшно впасть в руки Бога живого. Мне отмщение я воздам. Бог свят. Почтите его. Преклонитесь перед ним. Он прикасается к горам, и горы дымятся. А где эта грань? Он показал эту грань. Он не слышит, он не нуждается, он не хочет работать. Он паразит. Он паразит, сосет кровь из родственников от всех. Он убийца. А как их спасать? Нигде не написано. А то, знаете, это болезнь, наркомания, алкоголизм, болезнь. Пьяницы царствие Божие не наследует. Точка. А я хочу, чтобы они спаслись. Не дури. Ты можешь только молиться, Господи, если возможно. Господи, обрати его от этого страшного преступления против Тебя. Лучшее, что у человека есть, это разум. Кого Бог хочет наказать, отнимает первым делом разум. А он пьет. Иоанн Златоуст говорит так. Больного все жалеют, а от пьяного все отвращаются. У него идет верхом и низом. Человек оправляется, когда в туалете, он не видит даже, что из него идет. Чтобы не было позорно. А блюет, когда лишнее, изо рта, чтобы видел, чтобы противно было. Он хуже бесноватого. Мы от него все отвращаемся, говорит Иоанн Златоуст. А он пьяница. Но он не желает знать, протрезвится, молится ли он или нет. Если он молится, еще надежда есть. А если он лба ни разу не перекрестил, не нуждается, зачем он нужен? Он только заражает землю. И нигде он на помощь Господу не придет. Где? Кому он может свидетельствовать? А люди не пришли, сидели и смотрели, чья победа будет, Мирос. Дважды говорится, прокляните, прокляните Мирос. Он не пришел на помощь Господу с храбрыми. Уже все, война закончилась. 9 мая отпраздновали. И снова пушки расчехлили, и весь город стерли с земли. Они ничего не делали. Они просто не вышли сражаться. Научитесь мыслить категориями Священного Писания. 600 тысяч и два спаслись. Выведите процент, чтобы люди знали. 0,0 доля процента. Два. Почему? Они говорили правду. Ананья с Сапфирой в Новом Завете. Что они сделали? Ничего, они просто солгали. Он говорит, зачем вы согласились солгать Духу Святому? Вот заходят хоронившие, ему же и тебя вынесут. По этому принципу сегодня кто живой будет? Статистика, полиция, суды, все мертво. Мертво. А можно ли спасти? Молиться можно. Мы вот каждый день молимся ночью. Помоги, Господи. Там полиция охраняет порядок, пожарные, врачи, на них тоже нападают. Мы молимся за всех, но не больше того. Почему? Потому что их не знаем. Обрати их. А как? Бог знает как.
Вот весь ответ. А то Бог никого не наказывает. Это прямо не кто-то говорит, архимандрит Юрасов, Амвросий, книги пишет своей. С первого дня прямо написано, Бог проклинает, ненавидит грешника, истребляет с лица земли. Нет, Бог никого не наказывает. То есть я о Боге буду говорить, зачем лгать? Читайте книгу Иова, когда они за Бога заступались, говорит, стоило ли так припираться и лгать за Бога? А Иов без придыхания разговаривал с Богом. Выведи меня на суд, Господи, я не виновен. Если ты это знаешь, но я перенесу все, что ты мне дашь. А то Бог никого не наказывает. Лгут непрерывно. Ты можешь льстить это кому-то, там, соседу, но Богу не надо льстить. Бог грозный и страшный. Страшный, с большой буквы пишется. Имя ему страшное. А дальше, ну, это сказуемое, нет. Это существительное. Страшный в правосудии своем. Он и в ангелах усматривает нечто. Как говорит, на солнце есть пятна. Поэтому не надо Богу давать характеристики иные, которые дает Библия. А о Боге мы ничего не знаем, кроме написанного в Священном Писании. Он прямо, Господь говорит, простру сапог мой на Эдома. Страна, Украина там или Россия, Бог или Америка, сапогом давнул, растер, и все, куча мокрицы. Ее никогда не было. Надо смотреть в истории, как это было, где, каких людей Бог отвергал. Мы даже ежедневно, вот мы благодарим Бога за то, что благодарю Тебя, Господи, что жизнь мою продлил и разум сохранил, и дай мне все дарованное Тобою посвятить Тебе, не десятину. Десятина, она Божья, Ты свою приложи еще. А то все только на оправдание беззакония. Мне сегодня он прислали, как говорит Антоний Блюм. Я мог бы просчитать сейчас. Антоний Блюм. А я отвечаю, да я это говорю уже 55 лет. Да, Антония. Что одно название и есть. И на поверку церкви православной как таковой-то и нету. Сравни с первым веком, на что мы похожи. Что бы ни сказал, ой, это фанатизм. Ой, это нельзя, это экстремизм. Это, ну, всякие слова научились высказывать. Мы всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью не жили ни дня, по правде сказать. А так, что на остатки останется, то и отдаем. Поборись со сном. Во сколько встаешь? Каждый, посмотри. Если прийти в 6, спят. Диванное московское христианство. Спят. Захожу в 6:30, уже нету никого, все на работу ушли. А когда же вы молились? А поздно ложимся, а ты ложись раньше. Поститься не могу, у меня работа трудная, я работаю. Ну, фальшь, одна фальшивка. Пост, как говорит Серафим Саровский, никому не помешал. Хлеб да еда, монашеская еда. Хлеб да вода. И так в каждом деле нужно рассуждать. Что мы о Боге знаем? Ну, просто так. Человек не яблоко, плод сорвал. Плод. Что такое плод? Что-то меньше стало на дереве плода? Сколько он стоит? Ну, сегодня даже самый большой там фрукт какой-то, ну 100 рублей, 1000, больше нет. И Господь говорит, смертью умрешь. Мы не знаем, что такое смерть. Но если будут лежать рядом 10 трупов, то ты скажешь, ой, как много. А умерло уже 100 миллиардов за этот плод. Водами все умирают, водами. Не в больнице только. Кто недостойно причащается. 100 миллиардов с лишним уже оплоты. Вот Божья справедливость какая. Поэтому кто нападает на Бога, ну вот есть фильм «Адвокат дьявола», когда дьявол там начинает говорить, вот Бог дает и смотрит с небес, тешится, как мы тут мучаемся. Он дьявол. А другие с другой стороны, Сергей молится все время одной и той же молитвой. Ни налево, ни направо. Что такое лево? Лево туда, где Бога нет. А право, где еще лучше, чем в Библии написано, хотим. Среда, пятница церковь установила, а некоторые еще и понедельничают. Вот направо, то есть, больше всего. Направо это фарисеи, православные. А которые отнимают, отбрасывают книги, это все сектанты, еретики. Это налево. И нам не надо ни туда, ни сюда уклоняться, а четко идти. Какие были первые христиане? Вот для нас образец. Так, благодарю.
Игнатий Тихонович, благодарю Слава вас. Иисусу. Так, благодарю. Хорошо. Аминь. А можно вопрос? Мир всем. Светлана. Можно, Светлана. Я правильно поняла, что если человек алкоголик или наркоман, то не нужны их центры какие-то реабилитационные? Вообще им помощь это не нужна, пускай умирают? Или я не так поняла, Игнатий Тихонович? Правильно поняли. Их убивали. Убивали как гадов, как паразитов. Сын наш, мот и пьяница. Библия прямо говорит. И родители сказали старейшинам города, и написано, выведите за город и побейте камнями. Никто с ними не возился. Этого не было никогда. Реабилитационные центры, там ничего нету. И кто этим занимается? Посмотрите на этих людей. Из-за чего этого Грозовского Глеба там зажали-то где-то? А он в это дело встрял, а государство отпускает деньги. Ну и что, педофил. Бежал в Израиль, у меня дед еврей, не помогло. Вытащили оттуда. Конечно, за него надо молиться. Я не виновен. Но одно за другим свидетельство идет в разных местах с несовершеннолетними что-то там. А было ли это? Не знаем. Наша задача молиться о нем, он верующий. А где? А вот именно на этих реабилитационных погорел. Не надо возиться с ними, не надо. Нужно просто прекратить всякое общение. А если он нуждается? Нуждается, накорми, не больше того. Не больше. Ко мне подходит один, и мне хлеба нет. Молодой парень, видно, крепкий. Что, хлеба нет? Да. И есть нечего, нету. Я ему дал на хлеб, там, ну сколько, там, рубль или 3 рубля, сейчас не помню где-то. Он в магазин, я за ним следом. Он сразу в винный отдел. Только в винный отдел подошел, к кассе платить, а мне вот там бутылку, я сразу руку раз, и деньги забрал. Кассир смотрит, что я говорю, ты обманываешь, ничего тебе нету. И он так с разинным ртом остался, я деньги в карман и ушел. Надо до конца смотреть. Ты ему помогаешь. Ты позволяешь ему дальше быть паразитом. Считайте житие Нифонта. Он дал. И в эту же минуту, я его, что он дал там, ну, золотой монета, оказалась в лапах у сатаны. И все, что он делает, это все на погибель Бог поделит пополам. Скажите, вот сейчас там отдельное, там геи венчают. В советской власти было это? Не было. Это уголовная статья была, да, гомосексуалистам. А у Гитлер просто уничтожал их. Как гадов каких-то давил. И не было ни одного мусульман. Сколько там гей-парады есть? Это его сразу на 15 этаж и вниз головой. А правильно ли это? Я не призываю ни к чему. Я говорю, как было? Было. Даже безбожники понимали. Поддерживать их нельзя. Давать ничего нельзя. Нужно только молиться, и чтобы их государство куда надо определяло. Там ЛТП раньше были, а сейчас ничего нету. Сейчас только одно. Миллиарды перегоняют там в Израиль да в Америку. Я попутно хотел спросить, кто знает, как сделать копию с видеоканала? Видеоканал. Вот у меня форум есть, существует система. Раз, и мне сделали в течение одной ночи копию. Там 1600 тем. Огромный у меня форум. А вот как сделать копию? Сегодня Астахов говорит, я сделаю копию, потому что вас не будет и не будет этого видеоканала. Вот один ролик посмотрел, я завещание даю. И сильно ему там коснулось. Как? Никто не знает. Кто знает, подскажите мне, напишите. Как быстро сделать? У меня 8500 роликов на нашем канале. Как их сразу все в архив? Вот все. Игнатий Тихонович, я тогда, у меня еще такой вопрос. Я более 10 лет работаю с алкоголиками и наркоманами. У меня очень много друзей, алкоголиков, наркоманов, ну, которые стали трезвыми и живут счастливой жизнью. Более 10 лет у многих и до 20 там, лет. Ну, то есть они пришли в православие, они стали христианами. То есть они через эти центры реабилитационные, они пришли к Богу, они были многие вообще там атеистами, и они пришли в таком плачевном состоянии просто. А на сегодня они рожают детей, выходят замуж, становятся просто вот воцерковленными, есть у меня много людей таких. Тогда как вот с этим быть? И я продолжаю работать, я продолжаю нести весть о Боге в православном центре. Да можно работать, но куда все это идет?
Вот говорят, у нас обратились цыгане. Я встретился. Ничего там нету, обман. Пришел к баптистам, он бывший священник якобы, пришел, и ко мне баптисты пришли на работу и хвалятся. Я говорю, а можно его увидеть-то? Они его привели, я стал говорить, он обманщик. И сразу же вызвал милицию, его в милицию забрали, а он теперь на меня там, давай материть меня, да он врет, я никогда не говорил, что я верующий. Я к баптистам говорю, слышите, по телефону-то, вот ваше обращение, они обратились, есть, которые обратились. Я говорю, и кем он работает? На барабане играет, в это я верю. А она в столовой, она так хорошо готовит, в это тоже верю. Ты их не заставишь работать. Вот они семьи какие, да нигде про это внимание не берется. Это не болезнь, это преступление. Иначе бы Бог не повелел их уничтожать. Пьяницы Царствие Божие не наследуют. А как помогать? Нигде не написано, как просто ограничивали их и все. А вот они, сектанты, работают. И вот двое сбежали. Сбежали как? Ну, родители отдали. Они их на цепь к батареям приковывали там, потому что они чуть-чуть и опять. Да главное матери. Замучили с ними, говорит, он там пока есть, он его дома нету. Отпустите его и опять там приковайте. Прикуйте. Все. Они обратились. Я знаю наркоманов и прочее. Все в них остается, на другом уровне только. Он впадает еще в большее. У него до этого была хоть маленькая надежда, а так нет. Чтобы оттуда пришел человек, он до конца будет плакать. А он тут же верхом на коне уже въезжает в Иерусалим. Я с ними очень близко знаком. Несколько лет работал. По-настоящему, чтобы они вот так... Они там иконы делают, рисуют, пишут. Это все поверхностное. Вот они пришли вчетвером. Да, они такие, священник там работал. И в конце все, он дал им шубы. Шубы пропели, а потом давай его душить, и чуть не убили. Залезли в окно. Это у нас, не где-то, в Барнауле. Они обращенные, вот обращенные. Обратились у адвентистов седьмого дня. Наконец они в полное доверие вошли. Теперь у них собрание, а они пришли. Все обобрали, открыли газ, включили утюг и под постель. Теперь... Газом наполнится и взорвется. Все. Да когда этого они обратились, говорили, проповеди. Не, обман. И у меня нет основания верить этому. А как? Страдания. Показывает, как тело разлагается. Они уколы себе делали. И он лежит, гниет. И обращается. Покаяния нету. Где-то грань перейдена. Нету покаяния. У меня близкие, это знакомые есть, которые. У них это остается повреждение. Дерзкий, хамский характер. У меня не вдали, где-то рядом. А вот пьяница, и теперь стал... Половина мозгов уже оставил он в рюмке. И у него все время злобность, осуждение самых таких сакральных вещей. Вы работаете, для вас, может быть, там это и надо, но Писание так говорит. Это не болезнь, это преступление. А преступника наказывают, он должен сидеть в тюрьме. Фильм такой есть. Все. Понимаете, Тихонович, у меня такой вопрос. А если, например, вот женщина была пьяницей, вот не пьет 18-й год, и православной христианкой ведет такой, ну, благообразный образ жизни, то она получит Царствие Небесное? Спасется она, то есть, если она раскаялась? Спасется, если истинно раскаялась. Апостол Павел говорит, недостоин называться апостолом, гнал церковь Христову. У него, может быть, сотни убитых позади. И он обратился. Есть такой Зосима, разбойник, тоже обратился. Варвар, он трех священников убил, около 300 человек. И покаялся. Но дальше-то он как себя ведет? Он рта нигде не раскроет, он только плакал и плакал все время. А другой, я вот теперь хожу... А вот там я мальчика зарезал, он руки простирал, не убивай, дядя. Я, говорит, подхожу к чаше причащаться и вижу этого мальчика, который руки и не выдержал. Пошел, власти сказал, власти его сразу арестовали и казнили. Они долго его искали. Он покаялся, все. Они, если покаялись, то они по-другому себя ведут. Они смирные, они внимательные, они осторожны в словах. Нет, а эти все как был, такие дерзкие. Она 18 лет, но это... Нигде на 18 лет не указывается. Может обратиться? Может. И дай Бог. Но на деле начинаешь, когда рядом проверять, там ничего нету.
Может, вы более счастливые сумели как-то. Я с ними был не просто где-то был, был вместе и пил, и ел, и спал. Пожалуйста, у кого еще вопросы есть, задавайте. Так, тогда еще продолжим. Откровение 3.3. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Толкование. И напоминает Христос, вспомни, что ты принял и слышал. Вспомни день своего обращения, день покаяния и крещения. Вспомни, как ты слышал евангельскую проповедь, как ты слышал голос Духа Святого в сердце своем, зовущий оставить мертвые дела этого мира. Вознесись душой к небу, вспомни ту дивную благодать, которую ты принял в святом крещении. Все, что принял в церкви от Бога, вспомни и ты, пастырь, что ты принял, когда принимал пасту, принимал служение тебе Богом данное. Что ты слышал при этом, что тебе говорилось, как ты должен управлять в Доме Божьем. Вспомни все это и храни. Храни как залог своего спасения. В крещении всем одинаково преподается благодать, но только не все хранят потом этот драгоценный дар мира небесного. Разливают, растрачивают, остаются совершенно пустыми. Тела и души, сии сосуды божественной благодати, также не сохранили неоскверненными. Некогда было хранить. Сердце прилепилось к земному. Надо было хранить вазы хрустальные, золото, почитаемое в миру, имя. И вопрошает Господь, а как ты, пастырь, хранишь тебе Богом данную пасту? Дремлешь, расточаешь? Господь призывал хранить все принятое, все слышанное из Писания. Но ты не хранил, поэтому и покайся в том, что уже духовно мертв, в том, что ты не хранил тебе данное, в том, что не только не пресек болезнь в корне, но и близкое к смерти не утверждаешь. Теперь же во всем этом покайся. Не думай, что теперь сохранишь то, чего не сохранил раньше, если не покаешься. Если же будешь бодрствовать, простите, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Спит беззаботный, внезапно и неожиданно приходит вор. Так и Христос найдет тебя неожиданно, предстанет пред тобою, прежде расхитив твое имущество, которое от него ты некогда получил. Что скажешь ему тогда, сонный? Господи, не дай же задремать этим сном. Вопрос. Откровение 3.4. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Толкование. Сардийская единственная церковь, где Господь сначала обличает, а потом дает похвалу. Если к предыдущим говорил, есть у тебя там держащиеся неверного, то этому пастырю напротив. Есть у тебя несколько человек, не осквернившихся. Массы мертвых, есть там несколько человек живых. Такова картина и нашего времени. Не нам ли это говорит Господь?
нежелательное лицо на территории муниципалитета. За это проголосовали большинство депутатов местного совета. Такова картина и нашего времени. Не нам ли говорит это Христос? А с другой стороны, слава Богу, что во все времена и во всех церквах были и есть эти отличные от большинства несколько человек. Хранит их Господь. Иные, будучи обличены в грехе, отвечают: «Да все же грешные». Нет, не все. Не равняй всех по себе. Есть, говорит Христос, несколько человек, которые не осквернили одежд своих сонливостью, пустым именем, без живой веры. Нет, имена этих нескольких не пустой звук. В них жизнь, любовь, служение. Они бодрствуют. Но как жалко, что их всего несколько. И вот они будут ходить со мною в белых одеждах. В земной жизни, хранившие полученную в крещении белую одежду, о которой сказано: «Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Исаия 61:10. Они в вечности со Христом будут сходить в этих белых одеждах, ризах спасения и правды, ибо они достойны. Как достойны? Неужели есть люди, достойные Бога? По своей греховной природе никто не достоин, ибо Бог даже в ангелах своих усматривает недостатки. Иов 4:18. Но удостаивает Бог омывшихся и хранящих свои одежды неоскверненными. Этим удостоенным белых одежд божественные хоры бесплотных ангелов на небесах поют: «Аксиос, достоин ризы спасения, достоин ходить в одежде своей с самим Христом. Аксиос, Аксиос, Аксия». Вопрос. У меня, Сергей, Минск, можно вопрос, я тут задавал предыдущий. Можно ли в семье назвать пастора мужа? Все. Игнат Тихонович, ответьте. Да как это понимать? Что за вопрос? Вы православный? Я православный? Да. Да. Ну, повторите вопрос. Можно ли в семье назвать пастором мужа? Пастор, пастух, глава семьи, если. Ну, а почему он пастор? Какой пастор? Муж и есть муж. Зачем слово пастор-то здесь? Пастор – это вообще сектантское, еретическое слово. Пастырь. Да, он должен пасти овец домашних. Это он главный, поэтому отвечает за всех. Он влечет и жену, и детей. С него и спрос больше всего. Я снова вернусь к этим, говорили, которые работают, реабилитационные пункты где-то. Почему у мусульман 2 миллиарда населения, 1600 лет, и нет ни одного пьяницы? Нету. Вот кардинально могут бороться. Никаких центров нету. Почему? Слишком дорогая цена, смерть. Но выпивают, где-то выпивают. Где-то, пишет советский посол в советское время, говорит, у нас были сыновья шейхов, с дрожью в руках, говорит, и блеском в глазах, говорит, они тоже немножко приложились. Почему? Если запах будет только смерть. Вот почему они такие сильные, смелые. Потому что они приучены к серьезно. А у нас выступают там Жириновские и говорят, на сколько от школы, на 40 или на 50 метров пивнушку от школы поставить можно. Как будто несовершеннолетний. В каком месте, в каком углу в магазине продавать. Ну явно дело, что играют этим. Никак. Жесткий закон и все. Никаких центров не надо кормить их. Он не работает. Но раньше было тунеядец, его в лагере, он там работал. А там будет работать.
Он, Солженицын пишет в архипелаге, говорит, знакомый, говорит, сейчас ворует мальчик. Я спрашиваю, а ты раньше воровал? Он говорит, да я с детства ворую. Ну, а ты был в Украине, а немцы были. Говорит, воровал? Нет, нельзя, говорит, там застрелят сразу. Я, говорит, работал. Советские пришли, опять перестал работать. Ну и что с ним делать? Центр для него назначать какой-то? Власть распустила специально. А почему? Да что они воруют, а там копейки одни. Я вот получаю пенсию, там 6500 рублей. Депутат 800 тысяч. Он дня не работал. У меня 35 лет стажу и... Притом, какая работа, самая трудная, государственная. И что? Ничего нету. У них дети погибают где-то, радости никакой нету. Не завидуй. Крезы разные, Дюпоны, они более были богатые, чем Березовские. Это где? В петлю залез или повесили? А эти люди ничего, он избрал бутылку, он на мир смотрит через горлышко. Ему ничего не надо. Не надо. И они здесь безобразничают, развращают, плодят. А она была 18 лет такая там, дай Бог, дай Бог, это только с именем Божьим. А которые реабилитационные, там ничего нету, не православные, или вообще неверующие работают. И как? Ну, планировка семьи, то есть сколько абортов сделать можно. Они не знают Бога. Я говорю, как бороться с алкоголем? Никак. Просто призвать мусульман, и все. Есть сейчас он, профессор Пилипенко в Новосибирске лечит от алкоголя. Да, у него результат есть. Поркотерапия. Специально показывает, какие розги человек простынь приносит. Официально аргументы и факты пишут. И этим лечили, не другим. Лечили еще царские особы в Европе. В Европе были 5 веков назад. Драть мужика надо, как Федор Карамазов говорил. Все, не будет ни пить, ничего. И все, лекарство кончилось. А тот возится с ними, рассказывает ему, то он не знает. Он отравляет жизнь. Он такие же на свет пускает. То есть она пришла, дивное дело Бог сделал. Но дальше надо смотреть, как она. Я лично ни одного не знаю, который был алкоголик, там, наркоман, и чтобы у него это было бесследно, никак. Раскаяния настоящего нету. Ни слезы, рот до ушей. Вот он познакомился с баптистами, она вышла, а теперь плачет, не знает, что делать. А он все, уже и проповедовал, все, приходит, что опять за старое. В баптистской семье родится, в баптистской семье другой родился. Он с детства такой, он не избран Богом-то, и не знает, что делать. Детей уже наплодил сколько-то, и чуть что, опять сорвался. Сорвался. Откуда он сорвался? Опять запил и все пропил. И что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. А вы верующие, куда смотрите? У меня нет никаких рычагов. Я могу единственное, что только молиться. Вот там какой Хересим или показывает, диакон, не слушал епископа. И он, сколько ни говорил, он все свое делает там. Ну, какие-то дела делает. Он тогда послал человека там и говорит, подойди к гробнице такого-то, святой там покоится, и скажи ему, мы не знаем, что делать. Он помолился, он в этот же день помер. Вот и все. Что означает казнь? У Виктории Гуго написано, то есть мы на земле не можем с ним поправиться. А это может сделать Бог. А Бог-то разговаривает с душами, когда придет на суд. Поэтому голову отрубаем, отсылаем на суд Божий. Простое объяснение. Я ни день, ни два. Я знаю их всю жизнь, пьяниц. И только хуже и хуже. Дальше рано умирают. Ну, мусору меньше на земле будет. Эти люди в отвале. И Бог их ни за что не считает. Как бы и не бывшие. Никакого следа нет, ничего. Какие-то пункты образуют, а потом не знают, что с ними делать. Вот и все. Еще, пожалуйста, вопросы. 2 минуты осталось. Если вопросов нет, давайте тогда молиться. Достойно всякого истину, блажитеся Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим.
и славнейшую без сравнения терапию, без искления Бога Слово Рожую, сущую Богородицу для величания. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием и просим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, приведи нас к истинному покаянию и разумению Слова Твоего, и родных наших и близких, сбившихся с пути и пьяниц, обрати, останови их безумие, не дай им погибнуть. За Слово Твое, данное нам, за разъяснение святыми отцами, благодарим Тебя. Научи нас славить Тебя семикратно в день за суды Твои. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Отключи нас, Сергей, сразу.